Всем здравствуйте, неоднократно поступали просьбы, и вот мы, конечно же, на них откликнулись по сарафану офисному. Сегодня мы рассмотрим, как сделать сарафан офисный, который не займет у вас много времени для пошива, но при этом будет удобный, и вы с удовольствием будете его носить. Сарафан мы сделали свободного кроя, приоткрыли пройму немножечко больше, для того, чтобы мы хорошо, свободно надевали на себя гольфик, свитерок, может быть, какой-то толстый свитерок, блузочку. И мы рассмотрим сегодня с вами, перенесем выточку в линию проймы. Спереди я выточки не делала, свободные. По боковому срезу выполнила в виде шлицы, но, честно говоря, при моделировании я это не рассматривала, то есть я не собиралась делать, а потом посмотрела, ширина хватает, и мы сделали вот здесь вот, начиная от момента разреза, да, прибавили, как на шлицу, вот мы делаем, точно так же все выполнили вот здесь. Расширили пройму, вот здесь вот тоже мы сделали более свободным. А спинка с выточками. Так, что-то плохо крутится. И все. А вот здесь вот такой скругленный вырез горловины. При этом сейчас показываю, пуговицы мы будем менять. Это пока временно. Мы их сюда наметали для того, чтобы показать саму задумку. Но нужно будет подобрать в тон. Значит, вот здесь вот я приподнимаю, показываю, что у нас цельнокройная обтачка. Все выполнено цельнокройной обтачкой. При желании, кто захочет, тот будет делать, либо не будет делать подкладку. Подкладку пришивать можно к цельнокройной обтачке. Для этого сарафана нужно правильно подобрать ткань. Она должна быть и достаточно плотная форма держащая, но при этом она не должна быть такая, знаете, настолько плотная, что будет просто вот так вот, как стоять вырубленный этот сарафанчик. Все-таки он должен мягко ложиться. Мы в этом случае подобрали твид. Это костюм как твид, клетка. Очень-очень такая замечательная, необычная. Здесь есть и голубовато-катоновый цвет, джинсовый цвет. И серые есть полосочки, и черные, и полосочки золотистые, то есть люрикс золотистый. Соответственно, сюда подойдет очень большое разнообразие по цветовому гамме. Гамме я имею в виду блузочки разные. Этот твид у нас из интернет-магазина Atlas. Ссылочку вам оставим в описании. В этом магазине очень большой выбор тканей. Там еще очень большой выбор тканей компаньонов. Я всегда с удовольствием там выбираю. И для тех, кто сделает заказ от 500 гривен, будет бесплатная доставка по Украине. Вот сарафан теперь на мне, можете его рассмотреть. Он довольно-довольно такой свободный, абсолютно нигде не сковывает. И достаточно свободы и по линии бедер, и по линии талии, и вот здесь вот тоже по линии груди. Он свободный, поэтому, когда будет холодно, прекрасно. Сюда мы так надеваем какой-то теплый свитер. Здесь может быть и воротник хомут прекрасно будет выкладываться. Либо это будет гольфик, будет хорошо. Можно, конечно же, и просто какую-то блузочку. Такая, как вот у нас. Может, она идеально не подходит по цветовой гамме. Кстати, я уже подобрала сюда ткань блузочную. Будем шить к этому сарафанчику. Просто классическую, обычную классическую блузу. Будем рассматривать мастер-класс. А по блузе, которая на мне, тоже был мастер-класс. Ссылочку вам оставим в описании. Немножко хочу рассказать о ткани, о работе с ней. Значит, прекрасно то, что она практически вообще не мнется. То есть, ну, мы ее утюжили, она утюжится хорошо, но вот так вот, когда мы берем ее и сминаем, и отпускаем, то никаких следов не остается. Но при раскрое, и это важно, нужно делать припуски немножечко больше, потому что твидовая ткань, не это, а вообще вся твидовая ткань, она такая вот, ну, как вам сказать, сыпется, да? То есть она имеет такие свойства, как сыпаться. С этим не нужно переживать, там, не нужно от этого уходить. Просто при работе я вам говорю, что это нужно учитывать. И срезы, те, которые можно обработать сразу оверлоком, вы их обрабатываете. Те срезы, с которыми вы будете работать, допустим, обработка горловины там, и так далее,
то старайтесь работать аккуратно, чтобы вот здесь вот ниточки не посыпались, и припуски делайте, допустим, не 5 мм, а 1 см. Вот и все. Для моделирования мы используем выкройку-основу, которая есть у нас на канале. Ссылочку вам оставим в описании, вы сможете самостоятельно построить. Теперь по этой выкройке-основе мы с вами будем моделировать. Я ее пересняла, и прежде чем вырезать, сразу внесу изменения, которые мне необходимы. Ну, сарафанчик, естественно, он должен быть удобный и комфортный. Я опускаю линию проймы на 4 сантиметра. И буду немножечко расширять сантиметра на 1,5 и линию талии, потому что я не буду делать здесь ни замка, ничего. Я буду делать более спрямленной боковую линию. Вот видите, по линии талии, вот здесь вот мы увеличили, к линии бедра вышли на тот уровень, который у нас и был. То есть здесь мы оставили без изменения. Обозначаем линию талии. Теперь поработаем с линией проймы. Вот здесь вот по спинке каждый может поступить, ну, сам, как он считает нужным. Я имею в виду, здесь может быть спинка, допустим, отрезная и бретели. Но я поступлю таким образом. Я опускаюсь сантиметров, ну, наверное, на 6. Опускаю линию горловины. Имеющуюся выточку я на нее никак не обращаю внимания, а дальше я расширяю сантиметров на 5 и делаю саму бретель, то есть ширину 7 сантиметров. Вот так. То есть вот здесь у нас 7 сантиметров. Здесь я опустилась вниз на 5 сантиметров и расширила на 5 сантиметров. Значит, то же самое мне нужно будет потом сделать и здесь. Я имею в виду, что у меня должна быть 7 сантиметров. Это плечевая линия. И на 5 сантиметров мы должны будем расширить линию горловины. Теперь, естественно, мы соединяем точки. Вот так вот соединили. И теперь точка одна и вторая. Ну вот здесь, смотрите, мы можем с вами соединить по-разному. Мы можем еще больше опуститься. Вот если я прикладываю лекало, да, и вот я беру сейчас и вот так вот вывожу. Потом примерка мне покажет. Возможно, я сделаю еще ниже, опущусь. Это уже будет все на примерке. Спинка готова, и спинку можно вырезать. Сразу же на спинке я могу и обозначить цельнокройную обтачку, которую я буду обрабатывать. И я, ну, опять-таки, можно ее делать разной величины. Я опускаюсь вот так вот сантиметров на 6-7 вниз и прорисовываю к линии пройме вот такую вот линию. Все, вот мы получили обтачку. То есть после того, как я вырезаю спинку, я делаю вот эту часть, отрезаю и вырезаю еще обтачку вот здесь вот со сгибом. Пишу сгиб. Выточка, она может быть вот такая и оставаться, можно ее сделать поменьше. Я ее вот такой вот и оставлю, потому что я не буду делать шов по спинке. У меня прогиб, и за счет этого уже тоже добавится свободы. И вот у меня свобода есть. Спинка готова к раскрою. Теперь поработаем с полочкой. Полочку я частично вырезала, и сейчас немножко с выточкой поработаем. Значит, я саму вот эту выточку хочу частично размоделировать и перенести ее частично в линию проймы. Частично оставить. Мне не нужна прям идеальная такая посадка. Ну, я имею в виду, что у меня же блуза будет под низом. Или гольфик, свитерок. Нам нужны тоже такие вещи. Поэтому вот так, смотрите, вот мы выточку когда закрываем, мы ее переносим куда? В линию проймы. Но я хочу немножечко вот здесь вот на сантиметра два вот так вот оставить и выточку сейчас. Вот так вот эти 2 сантиметра я зафиксирую в плечевом срезе. Так, фиксирую. И теперь по линии плеча выравниваю, то есть соединяю вот эту точку и вот эту точку.
Потому что здесь все-таки немножечко уже траектория и изменилась. Вырезаю. Уже можно линию горловины, в принципе, расширять и делать ее такой, как нам нужно. Да, вот здесь вот. Ну, я сейчас сделаю следующее. Я могу эту точку обозначить? Вот, 5 сантиметров. И я ее буду обозначать вот отсюда. Вот, там, видите, я вырезала не очень корректно осталось. Поэтому вот здесь я обозначаю. Вот у меня эта точечка. Вот она у меня здесь есть. Теперь далее. Выточка. Что я с ней буду дальше делать, это принимать решение только вам. Мы ее можем оставить, чтобы она шла в линию проймы, можем оставить его в боковой срез. Но, наверное, все-таки я ее буду оставлять в линию проймы, потому что линия проймы будет выбираться, и выточка будет здесь такая, ну, более мягкая, скажем так. И вот здесь вот саму выточку я могу даже сделать еще и чуть-чуть и поменьше. Я имею в виду, что взять меньше раствор, а потом посмотреть и при необходимости, естественно, ну сейчас я вот так вот подкладываю бумагу, фиксирую. Это я подкладываю то, что я сейчас вырезала. Вот так вот я зафиксировала и теперь обозначаю. Вот у меня вершина выточки, а дальше делаю следующее. Вот у нас 5 сантиметров, так как мы с вами сделали. Теперь я делаю 7 сантиметров. И смотрите, вот они у меня вот здесь практически вот на этом месте получается и заканчиваются. Потом все корректировки, которые нам необходимы, мы будем вносить уже при примерке. Насколько мы приоткрываем линию горловины, тоже смотрите сами. Здесь могут быть абсолютно разные варианты. Мы можем здесь сделать и V-образный вырез, можем сделать скругленный, овальный. Я опускаюсь вниз на 15 сантиметров. Дальше под прямым углом, пока вот так вот, под прямым углом, ну, сантиметров на 8-10 провожу линию, пока вот так вот. И теперь мне нужно будет выйти к линии вот этой вот точечки и посмотрим. Значит, здесь я, смотрите, вот так вот рисуем следующее. Вот я соединяю вот эти две точки так, как я в принципе и планировала, так как я и хотела. Сейчас я посмотрю. То есть пока делаю вот так. Так, вот мы с вами вывели. Теперь делаю следующее. Провожу, ну, давайте так, будет проще мне, и мне, и вам будет более понятно. Пока прямую линию. Теперь смотрите, вот здесь вот я хочу, ну, вот у меня вот эта часть приоткрылась, и вот мой, вот здесь вот промеряем ширину груди, да, от подмышки до подмышки. Получается 21, мне это много. То есть вы у себя вот здесь вот это расстояние опуститесь вниз и промерьте, какая ширина у вас должна быть. Я вот сейчас промеряю, ну и получаю, не хочу, чтобы она была прям такая сильно у меня затянутая, вот 34 сантиметра. Значит, вот здесь вот мне надо будет 17, ну откладываю пока 18, вот эта точка. То есть мы должны вот эту точку с вами найти, вымерять по себе. И теперь, естественно, вот я провожу линию раз, вот это вот я забираю, она мне не нужна. И выхожу следующим образом. Вот здесь приподнимаюсь на пару сантиметров. Вот так вот, 2 сантиметра. Провожу под прямым углом. И здесь у меня будет сантиметров 6. Вот так, 6. И дальше вот так. То есть вот так вот я вывожу вот эту линию. И я даже еще чуть-чуть вижу, что вот здесь мне на сантиметр еще надо углубиться. Ну, чтобы была такая вот линия более мягкая и округлая. Теперь, естественно, вот наши точечки, да, по плечевой линии мы должны вывести вот сюда. Теперь давайте возьму другой цвет маркера, чтобы было более понятно. Так, какой же мне взять? Значит, смотрите, вот я вот так вот сейчас навожу, что вот эти линии, вот сейчас мы с вами берем в работу. Вот, вот здесь и вот здесь.
И теперь выводим вот сюда. Здесь у нас идет на сужение. Видите, здесь шире, здесь уже. И вот каждый посмотрит, как он захочет сделать вот эти вот точки. Смотрите, я могу вот эту бретель вот так вот, да, дальше продлить, немножко закруглить. И вот здесь, допустим, сделать пуговицу, ну, сделать ее еще больше, да. Вот так вот. В зависимости, во-первых, и от ткани, с которой мы работаем, от ее плотности. И вот я получаю, смотрите, вот у меня вот такая вот теперь бретель. Вот плечевая линия, которую я должна учесть. Значит, получается, что вот это у меня все лишнее. Я могу срезать. Вот так. Я сейчас выхожу вот так и все срезаю. Это мне не нужно. Здесь то же самое. Выхожу, все срезаю. Мы просто вот у себя нарисовали все, что нам нужно. И вот так вот и вырезали. Все по рисунку. Так, сейчас вот здесь вот только закреплю. И теперь смотрите, мы можем поступить с вами. Еще же у нас выточка же есть, да? Сейчас я вот здесь вот закреплю, чтобы была красиво вот эта линия. Выточка нагрудная. Как поступить с ней? Можно поступить разными способами. Мы ее можем оставить вот здесь, на своем месте. Можем чуть-чуть сдвинуть, можем ее вывести вот сюда. Все будет зависеть от того, как вы работаете. У вас же клеточка все-таки, ну, в моем случае. И не хочется, чтобы сильно вот эта вот линия клетки, чтобы она сильно ломалась. Поэтому при раскрое я посмотрю, как у меня будет эта выточка выходить. Ну, на данном этапе сейчас, смотрите, вот она у меня есть, вот здесь вот, и я могу ее вот сюда вот забрать, вот здесь вот вобрать. Но я ее сделаю чуть-чуть меньше, как я вам и говорила. Чуть-чуть она будет мягче. Вот так. И вот так. Теперь, если я ее вот здесь вот и оставляю, вот как она есть, я должна уравнять. Вот так вот, если я беру, я ее уравниваю, получается 11 сантиметров. Значит, и вот здесь у меня должно быть 11. Видите, вот здесь мне нужно еще чуть-чуть доклеить. Я вот сейчас возьму прям бумагу. И подклею. Вот так. Вывожу 11 сантиметров. Вот эта точка, да, у меня. И теперь, естественно, провожу правильно линию проймы. Все. Вот в таком виде пока у меня все остается. Значит, здесь я срезаю, чтобы ничего не мешало. Здесь тоже срезаю. И теперь могу вырезать выточку, чтобы она у меня была. Теперь я могу удлинить бретель. Для этого, смотрите, вот у меня линия, по которой я отрезаю. Вот она, да, линия, но, ну, я имею в виду основное. Основная деталь. Ой, что же я так положила далеко, простите. Вот. Вот я ее отрезаю, и дальше вот так вот прорисовываю. Теперь мне нужно вырезать и подклеить, значит, по прямой. Вот здесь тоже пока вот так вот отрезаю прямо. Равняю вместе, потому что мне нужно, чтобы одинаковые были линии. А для того, чтобы они были одинаковые, я вот так вот складываю и по одной вырезаю. Вот, теперь я получаю то, что нужно. Отрезаем вот здесь. А вот здесь, смотрите, вот я подклеиваю. И вот мы получаем с вами уже
правильную бретель, ту, которую для себя прорисовали. Хотите нарисовать карманы? Пожалуйста, рисуем карманы. Сейчас все уберу, чтобы ничего не мешало. Деталь плечевая, вот здесь, смотрите, вот с линией плеча, совмещается, естественно, вот таким вот образом. И вот мы с вами получаем вот здесь вот правильный скос плеча, тот, который у нас есть по выкройке основе. Все, вот он у нас имеется. Теперь следующий момент. Обтачку мы нарисовали. Прикладываем вот здесь и рисуем обтачку. Ну вот здесь же у нас с вами идет еще и выточка. Поэтому про выточку мы тоже с вами не должны забывать. И сама обтачка, она может у нас быть другой. То есть мы ее прорисовываем. Вот здесь вот я беру ее, допустим, и вот так вот прорисовываю. Но она у нас абсолютно изменится за счет выточки. Когда мы вот здесь вот закрываем, потом, когда я срежу и буду вырезать, значит, я буду на что обращать внимание? На вот эти вот точки, потому что они должны у меня выйти в одну. Вот сюда мы можем пришивать дальше подкладку, а это будет основная деталь. И вот так вот. Выходим вот сюда. Только вот эта часть у нас с вами закрывается. То есть мы вот это вот с вами будем все заклеивать. Когда срежем, все заклеим. Если вы хотите сразу взять и сделать вот эту обтачку, можете ее обрисовать. То есть вы обрисовываете вот так вот. Вот здесь вот вы берете выточку, да, обозначаете. Потом прикладываете вот сюда и дальше продолжаете. И, естественно, меняется вот здесь вот у нас с вами вот эта конфигурация. То есть так должно быть. И вот здесь единственное, что я еще для себя сделаю, чтобы мы не вышли прямо на центр груди, да, на высшую точку. Поэтому вот здесь можно вот так вот вывести вот эту линию, вот более такой вот спрямленной, скажем так. Теперь далее. Я раскладываю все на ткань, делаю сгиб спереди, сгиб по спинке, как я вам и говорила. Для этого, естественно, я беру, складываю ткань таким образом. Ну вот определяю, где у меня лицевая, где изнаночная. Смотрите, вот у меня лицевая сторона. Значит, я вот складываю лицом к лицу, получаю сгиб. А работаю я с клеткой, значит, мне нужно соблюдать все правила раскроя клетки. А как их правильно соблюдать, все тонкости, у нас было видео в уроках 100 шагов портного, поэтому мы оставляем вам ссылочку. И теперь смотрите, вот я прикладываю, я не буду видео делать очень длинным, вот, поэтому... Нахожу точку, где я должна обозначить середину спинки. И вот так вот все, с учетом припуска на шов, полностью я вырезаю. Затем складываю точно так же лицом к лицу. То есть вот здесь будет лицевая сторона. Следующую ширину. И дальше продолжаю. Раскрой уже полочки. При желании обозначаем карманы. Как карманы прорисовать, значит, вы сами можете для себя определить, я имею в виду направление кармана, вход. Вот здесь вот взяли, прям нарисовали. А потом раскроить с учетом тоже клетки. То есть правильно наложить, чтобы у нас не было видно этого кармана визуально. Он как бы будет единым целым растворяться в клетке. А так вы можете его при желании даже и выделить. То есть поменять направление, сделать по косой и получить нужный результат. Все, теперь выкраиваю, обозначаю выточки. Спереди вот здесь вот выточку я делать не буду, сделаю, чтобы было более свободным. И делаем, естественно, примерку, шьем сарафан.